Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 106, упражнение номер 20. Устно скажи, чему равно значение x в каждом из данных уравнений. Первое уравнение 36 плюс x равно 36. В этом уравнении у нас неизвестно одно из слагаемых. Чтобы узнать, мы сумму 36 вычтем известное слагаемое 36. Это получится x равно 0. Проверяем. 36 плюс 0 равно 36. 48 минус x равно 0. В этом уравнении у нас неизвестно вычитаемое. Чтобы его узнать, мы из уменьшаемого 48 вычтем разность 0. Это получится 48. Проверяем. 48 минус 48 равно 0. 27 разделить на x равно 1. В этом уравнении у нас неизвестен делитель. Чтобы его узнать, мы делимое 27 разделим на разность, на частное 1. 27 разделить на 1 получится 27. Проверяем. 27 разделить на 27 равно 1. x разделить на 9 равно 0. В этом уравнении у нас неизвестно делимое. Чтобы его узнать, мы частное 0 умножим на делитель 9. 0 умножаем на 9, получается 0. Проверяем. 0 разделить на 9 равно 0. 62 умножить на x равно 62. В этом уравнении у нас неизвестен множитель. Чтобы его узнать, произведение 62 разделим на известный множитель 62. Получится x равен 1. 74 разделить на x равно 1. В этом уравнении у нас неизвестен делитель. Чтобы его узнать, мы делимое 74 разделим на частное 1. 74 разделить на 1 получится 74. x равно 74. Проверяем. 74 разделить на 74 равно 1. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.